Так, Сатурнова позиция. 27 минут 1-10 июля 2019 год, Харьков. Поймал я наконец-то, когда просвет небольшой в облаках. Сатурн на самой высокой позиции за эту ночь над горизонтом. Но облака, дымка после дождя, после ливня в Харькове, конечно, сводят это все на нет. То, что Сатурн выбрался выше плотных слоем атмосферы Земли, мало что дает. Когда за облаками и луны не видно. Миллиард 351 миллион километров до Сатурна. Кратчайшее расстояние до Земли. На одной линии находится Сатурн, Солнце и Земля. Эффект Зеллигера хотел я сегодня понаблюдать в момент противостояния Сатурна. Значительно ярче кольца выглядят за счет того, что исчезают тени. Когда на объект солнечные лучи попадают под прямым углом. Но погодка нам чуть-чуть все подпортила. Визуально кажется, что он ярче. Уж не знаю, насколько это объективно. Кольца Сатурна выглядят ярче, чем обычно. Может, это, конечно, только кажется. Так, сейчас попробую поймать Юпитер. Луна уже садится за горизонт, там уже снимать нечего. А Юпитер вот он. Но опять же за этой треклятой, вездесущей, постоянной в этом году дымкой. Даже в солнечные вроде бы дни какая-то завеса присутствует. Не понимает фотоаппарат, что от него хотят, но мне странно. Не хочет. Вот.